Всем привет! Сегодня ко мне на обзор попал большой мужской бумажник синего цвета. Кошелек изготовлен из натуральной кожи и прошит прочной нитью синего цвета. На лицевой стороне вы найдете только логотип компании-производителя. Задняя внешняя сторона выглядит вот так. Кошелек закрывается хлястиком на кнопке. Внутри огромная монетница на кнопке. Здесь 4 ленты для пластиковых карточек. Под хлястиком на кнопке вкладыш для различных документов, возможно, страховки. Важно сказать, что он отстегивается, его можно отстегнуть. И вместо него поместить паспорт, например. Сюда помещается паспорт. Здесь 4 отделения для пластиковых карточек, еще одно здесь. Под пленочкой прозрачный карманчик. Сюда можно поместить ID-карту или ваше водительское удостоверение. Для денег предусмотрено одно отделение. Купюры любых размеров помещаются сюда. На задней стенке потайной карман на молнии. Как вы заметили, кошелек вместительный, функциональный. Он удобно держится в руке. В карман джинсов он не поместится. Его нужно переносить, скорее всего, в сумке. Вместе с кошельком поставляется вот такая коробка.